В Харькове продолжают разбирать завалы двух общежитий, разрушенных российскими ракетами. Число погибших выросло. В Салтовском районе известно о 16 погибших в общежитии. По данным спасателей, в Слободском районе под завалами нашли тела 5 человек, среди них ребенок. Общее число жертв увеличилось до 21 человека. Более 40 мирных жителей ранены. Среди погибших – мама украинской легкоатлетки Екатерины Табашник. Во время обстрела женщина была в комнате на 3-м этаже. Ее тело из-под завалов доставал сын. Шифонер упал пьяно на него, с взрывной волной. Холодильник там, он был вообще в другом конце комнаты. Это все ее достижения, все ее заслуги, все привозило маме, мне, старшей сестре. Да какое примирение? Вы что, ребята, ну какое примирение? Вы посмотрите, сколько в Украине, блин, пострадало. По мирным жителям, понимаете, и рассказывают, что какие-то военные объекты. Какие? Общежитие, военный объект, ну, блин. Жалко человека, жалко всех, жалко, которых еще не нашли. Всех жалко. Надо держаться.